Сейчас я вам покажу очень интересный ролик, как ездить на машине без рычага переключателя скоростей. То есть рычаг отвалился, силумин треснул и вывалился. Вот где-то вот здесь вот, если я вам покажу. Вот рычаг, вот он просто отвалился. Слава богу, не на ходу я приехал и успел, так сказать, встать на паркинг. И уже потом, когда переключал скорость, ручка отвалилась, пришлось ее в кожух разобрать, ручку вынуть. Но что делать дальше? Оказывается, есть выход. Значит, показываю. Вот мы вставляем ключ в передачу. Машина стоит на паркинге. Заводим. Как включить передачи? Вот здесь мы показываем, что машина стоит на паркинге. Там дальше есть ролик, который отвечает за переключение скоростей. Вот там он. Я к нему привязал веревочку. Тормоз. И вот он встал на нейтралку. Еще чуть-чуть на себя. Вот он встал на скорость. Вот он стоит на драйве. И если заглубить его назад, все, машина на паркинге. Так, ролик стоит очень далеко, поэтому вот такая веревочка, если надо будет срочно что-то переключать. Вот такой интересный урок. Спасибо.